Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. Я нахожусь в интересной локации. Смотрите, за моей спиной Альянс Спутник. По-моему, так он называется, этот санаторий. И вот слева его территория. Я иду с красного штурма Сахуна. То есть я сейчас показываю очень интересный маршрут. И это уже третья часть, друзья. Почему третья часть? Потому что начинается вот эта набережная вдоль санатория Заря, которую я хочу вам показать. Вы вообще, наверное, про нее не знали. Посмотрите, как близко она находится к морю. Мне интересно посмотреть, какие здесь последствия шторма. Поэтому я желаю всем прекрасного настроения и приятного просмотра. Покажу вам набережную, которую вы никогда не видели. Поставьте мне лайк, друзья. Напишите комментарий. И мы начинаем. Усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки, зовите друзей. Отправьте это видео тем, кто любит Сочи, друзья. Смотрите, там Альянс Спутник. Налево их территория. Она закрыта. Я не смог туда попасть. Там довольно много людей гуляет. Как раз просили показать про Альянс Спутник. Вот, показываю, друзья. Я хочу сейчас пройти вдоль моря по этой набережной и показать ее вам. Вы можете сюда прийти, приехать, наслаждаться жизнью. И также я хочу посмотреть последствия шторма здесь. Потом выйти к Мацесте, к Теренкуру и показать вам тропу здоровья. Нереально крутая локация, вы должны про нее знать. Мне очень жарко, я уже снял куртку, иду в футболке. Так, я сегодня искупался уже. Если хотите посмотреть, как я купался, переходите в мой телеграм-канал, друзья. Там информация в режиме реального времени. И я сделал пост о том, как я купался на пляже Красный Штурм. Я сейчас иду с Красного Штурма, с остановки Ахун. Наснимал там интересных роликов. Так, вот мы сейчас идем и подходим, и тут охранник стоит. Будет, конечно, грустно, если он сейчас нас не пустит. Я помню, что я здесь гулял. Я здесь за 6 лет, по-моему, один раз прогулялся и был впечатлен, что здесь находится вот такая набережная интересная. Так, вот смотрите, последствия шторма. Так, по-моему, тут закрыт санаторий Зеленая Роща. Здрасте! У вас можно тут пройти? Документы? Права. Ага. Так, вот, друзья, по документу. Сейчас права покажу и пойдем. Так, сейчас, секундочку. Так, вот, друзья, я права предъявляю. Смотрите, я в футболочке. Потому что очень жарко. И сейчас мы, получается, сможем выйти к Теренкуру, к тропе здоровья. Взял у меня права, сам общается по телефону с кем-то. Реально, он что, у всех документы спрашивает? Это немного странно. Ну, в целях безопасности. Сейчас такая ситуация. Сейчас покажу вам, друзья. Вы офигеете, какая тут набережная. Вы представляете, что здесь творилось во время шторма? То есть, ну, мне кажется, тут очень
серьезные разрушения были. Ну, сейчас пройдем, посмотрим. Так, все, получается, вы можете с Красного Штурма до сюда пройти. Спасибо. А в следующем выпуске я попробую дойти с Красного Штурма до Адлера. И получается, что, возможно, я свяжу Сочи и Адлер. Ну, есть маршрут Сочи в Адлер. Я обязательно это узнаю, изучу и сообщу. Потому что мне самому очень интересно. Я, как директор Адлера, должен быть компетентен в этой области. Так, вот мы движемся, друзья. Я очень рад, что у нас зеленое. Нас везде пропускают. Смотрите, это душик такой приятный. Посмотрите, какая набережная. Никого нет. Вы вообще слышали? Видели такое? То есть она, посмотрите, какая шикарная. Даже круче, чем в Адлере. Посмотрите, она шире. Она красивее. Вот это вообще причал. Там стоят, я смотрю, лодки, моторы. Посмотрите, вот такая широкая, новая. И тут справа... Все, мы идем по Сочи, то есть мы переместились в Сочи. Тут справа санаторий «Заря». Это вот его пляж. И хорошо, что он открыт. Ну, они его уже могли закрыть, ограничить доступ. Но вот они этого не сделали. И представьте, что вы летом можете сюда приехать. Здесь реально будет очень мало людей. Чистое море, потому что мало людей. Потому что когда я здесь было очень мало людей. Плюс мы еще, тут есть проходик такой под землей и лифт наверх. И мы вышли на территорию санатория «Заря». Я еще тогда встречался с девушкой. Мы с ней тут все это лазили, изучали. Как вам? Посмотрите, вот такая локация. Вот я уверен, вы даже, наверное, даже и не видели никогда эту локацию. Потому что она реально, ну, подспрятана. Смотрите, пляж, санатория, зеленая роща. То есть вот сюда мы прошли, и там можно выйти у санатория зеленая роща. Смотрите, температура воздуха 15, воды 14. Сделаю фотографию для своего телеграм-канала. Вот такая красота, друзья. Так, дальше я вижу там вот Мацеста. Так, получается, что дальше что ли закрыт проход? Я думаю, закрыт для туристов, но мне можно пройти. Смотрите, есть туалет, и он работает, он открыт. Кафе здесь есть. Так, вот я вижу, что в принципе там ходят люди. Я так понимаю, что эта территория закрыта, но чтобы сюда не пробирался никто. Но я бы с удовольствием там перелез через забор. Я так, наверное, сейчас и поступлю. Я-то хочу пройти дальше, к тропе Теренкур. Но тут почему-то натянуты веревки.
наверное, можно пройти вдоль ЖД путей. Пойду я тогда обойду через ЖД пути, пройду и выйду к Теренкуру, к Тропе Здоровья, к Мацесте. Можно, в принципе, вот через вот этот переход пройти, который я показывал. Но он меня выведет в санаторий. Поэтому я сейчас, друзья, пойду обойду и начну новый выпуск уже с Теренкура, с Тропы Здоровья. Я думаю, что на этом я заканчиваю свой выпуск. Вы можете сюда приехать, здесь все открыто. Это пляж санатория Зеленая Роща. Приезжайте, отдыхайте, видите, вход свободен. И вот такая здесь локация. Все, друзья, я прощаюсь на этом. Подписывайтесь на все мои ресурсы. Всем спасибо за просмотр и счастливо!